Итак, дорогие друзья, в курсе 27 мы продолжаем изучать язык Kiwi. Он очень простой для приложений Python for Android. И в этом курсе мы с вами знакомимся с тремя новыми действиями и новыми инструкциями перемещения, масштабирования, вращения. В принципе, мы с вами научимся вращать картинку вокруг своей оси, перемещать на любое место. Далее, все здесь, я не вижу ничего сложного, если каждый день по чуть-чуть заниматься. По сути дела, код очень простой. Рассмотрели синтаксис, рассмотрели, грубо говоря, то, что надо сделать. Можно себе мини какие-то пометочки делать, потому что, ну, все здесь, грубо говоря, по-одинаковому. Графическая команда, какая, то есть вообще инструкция. Дальше надо понять, что нам делать, там перемещение по оси X или Y. Далее, допустим, команда масштаб, color, дальше фигура и дальше источник, ну, грубо говоря, картинку, которую вставляем. То есть все банально просто. Особенно для тех просто, кто изучал сначала. Ну, все как обычно, в уроке я обратил внимание на то, что надо сделать, обязательно выполните домашнее задание. Каждому уроку у нас идет домашнее задание, это обязательно. В принципе, кто и делает домашнее задание, тот начинает кое-что понимать, потому что приходится использовать и более ранее пройденные вещи, все общение в группе Google, все вполне удобно и нормально. Я всегда рассказываю, как найти сайт. Знакомлю сразу с двумя сайтами. Набрать spb-tut.ru довольно просто. Далее переходим в вкладку «Еще», Python for Android. И переходим в школу Android. Как раз вот здесь сейчас этот курс. Спасибо, успехов!